Это вот рулежка. Вот она. И вот он единственный самолет, который здесь остался. А второй, сейчас к нему подойдем. Вот он, видите, стоит. Очень жаль. Этот аэродром, оказывается, перенесли с авиационной. А в середине 80-х его принесли. Мы сначала с таксистом поехали на авиационную улицу. А там уже ничего нет. Дома все застроено. И все это, оказывается, было заново построено. И сейчас, к сожалению, опять запущено. В начале 80-х, 84-й, 86-й год. Вот он, самолет. Там второй труженик. Труженик, наверное, да. Вот он. Двигатель. Переживает очень товарищи местные, что они могут сделать, если все на грани после перестройки, все так вот крахом пошло. Мало авиации. К сожалению, казалось, никому не нужно. Вот он, самолет, а.